брюки 72 размера. Когда ты похудел, ролей меньше стало? Меньше. Ну вот на одном канале снимался я в одной истории, там сериальный. И заявлен я был как человек, да. Да. Придя на второй сезон, мне сказали: парень, извини, мы не можем с тобой продолжать историю, потому что ты заявлен в другом теле. К этому делу надо отнестись, наверное, философски. Будет так, как будет. Я все равно хожу по смотринам и кастингам. Я не загляну людям в голову, да, что у них происходит в голове и какие мысли на мой счет. Она умеет покормить. Угу. Но я даже был не прочь и приударить. Сейчас эти вещи можно говорить? Конечно. Вот.